Стоп, стоп! Досмотри до конца! Что лучше? Взять CSGO Prime за 1000 рублей в Стиме или за 100 рублей на LOL Steam? Я думаю, выбор очевиден. LOL Steam — это честный и безопасный сайт, где ты сможешь найти дешевые аккаунты по любым играм. Так, все, смотрим Соболину и делаем смешной прыжок нахуй. Нормальная идея? Я думаю, нормальная. Ох! Ну давай. Мы стримим на платформе Twitch. Давай. О, это про меня сейчас будет ТикТок, да? Это про меня. Оригинал. Это оригинал. Стоит учитывать то, что это оригинал. Блять. О боже, чел, ну ты, конечно, красавчик. Спасибо, брат. Я... Да, ну ты хорош. Спасибо большое. Я периодически стараюсь. Ну, ты молодец. Илья тайно дернул. Как они меня доебали, блядь. Еще больше всего меня бесит вот эти, знаете, женщины. Поприкольнее, чем. Да как, блядь, да? Я, кстати, вот этого не видел, то, что, ну, я узнал то, что Вова точно так же, как я, проебался, уже после того, как я проебался. А что надо? Закрой свое тупое хлебало в сторону Чимина. Он бог, и ты ему будешь поклоняться, блядь. И вообще, ты думаешь, ты самая умная? Так вот, засунь себе свой ум в пизду. У меня репутация нацист. О, блядь, в смысле... Макс, никто не удивлен, если честно. У тебя, блядь, сука! У тебя, блядь! Ну, вообще никто не удивлен, блядь. Это, кстати, реально они, блядь. Илья Олень ебучий, сука, и Антон Медвед, блядь. Вот это очень хороший ТикТок. Там говно завертено где-то летает, блядь, нормально. Я подстричься хочу. Я не могу. Я не могу, я хочу подстричься. Я, кстати, подстригусь скоро. И обновлю цвет, а то меня заебло вот так ходить. Я буду снова серый. Слышь, нет, блядь. Я буду серый, я буду гуль, люль. Что, кого убьем сегодня? Как вам? Смешно? Смешно, блядь. Слышала вас, Сибля. Она такая, мне завтра в школу, понял? Я, короче, говорю, слышь, мне похуй, куда ты, блядь, все, вот сами. Пора ржакотанить. Блять. Было. Я подошел к холодильнику за сладеньким, но тебя там не было. Какую хуйню Макс снимал, что это? Реально смертельный файл. I have two sides. Да все, блядь, уже 24-й год, с этого вставай за лупа, никто не смеется, ты понимаешь, ты не модный. Не, лучше всего под вот этот тренд, блядь, там где деньги падают, Тоха подходит, блядь, там где он жопой трясет, вот это идеально подходит. Мои люди знают, чего стоит мой понт, отжимая деньги у того, кто ходил на фрока, дабы хапить. Ебать, я слышу сейчас уже крики, нахуй, доносятся, блядь. Ну где-то я, ебать, ну через несколько районов, блядь, в Питере я слышу, просто орёт, блядь. Бьётся гром, медаль покрыта серебром, клянчи пенсию, бабки, не теряй всех высот. Клянчи пенсию, бабки, не теряй всех высот. Офигенно. В наушниках у них вот этот трек играет, поэтому батя так и запинается, блядь. Чё за пожелитель? Я так хочу тебя трахать, сука, во все щели. Чтобы соседи во всем доме просто охуели. Ложись на кровать. Даже мимика подошла. Я буду сверху. Еще вся ночь впереди, так что не к спеху. Буду начинать. Буду начинать, блядь. Тот стрим, вот вы помните тот стрим, там, где я Жужо стримил, блядь, и приехал с бомба, которого только-только разбанили. Мы когда с бомбе, ну, мы же прям на стриме ему, по-моему, звонили, блядь, и сообщали то, что его разбанили. Он мне не поверил, нахуй, и там голый по квартире бегал. О! А это не Ниджиган разве пел?
Чили, росла Боуни, Мишка, Фредди, кролик, кролик Боуни. Абалони. Я снес дом престарелых, чтобы построить новый Макдональдс поближе Правда. К дому. Привет, я Антон Татырже, ваш любимый АФК-стример. Сегодня я не смог позволить себе пятый стейк из-за того, что коров в регионе не осталось, и мне пришлось есть королевского омара. Было, было. Так я никогда не угорал с тиктоков с 89-м складом. Это правда. Бля, я так же сплю, сука. Вот я когда либо в машине, либо в самолете, я часто с открытым ртом просто вот так вот засыпаю и все. Бля, я представляю ебальники людей просто, ну вот, ходящих. Блять, есть курсы по сосанию членов, реально? А зачем это вообще? Чё сложного хуй сосать? Блин, я себе поделился опытом. Ёбнутая фотосессия. Не, прыжков еще не было, они будут. Пожалуйста, кто придумал школу? Вот мы просыпаемся, это глупую школу. И каждый раз и некоторые дети опаздывают. И иногда из-за этого ставят двойки. Да, было, было. Устал, устал повторять, если ноют колени, это заветренный сустав, сразу уберите из рациона. Ты дай сказать ты! Да ты дай сказать! Замолчи! Сам заткнись! Все мужчины должны делать эту тренировку раз в день по 5 минут, и это круче приседаний. Ты педагог. Ну такое. Фил, а при чем тут это? Нет, в смысле? Блядь. Один, блядь, нацист, блядь, второй педофил. В смысле, блядь, нет? Так, ладно, вот я сейчас сделаю нормально. Это кто, сука, сохранил тому бан? Кто это нахуй сохранил бан? Я просто ебал мать. Ебать! Ебать, вот это нормально, блядь. Я просто не ем нихуя, но у меня есть подозрение... Писля. Писля. Моё. Да не надо, меня посадят! Меня посадят! Опа, видели? Не надо! Если я буду президентом, то я буду как Лёшка Навальный. А если я буду как Лёшка Навальный, то меня либо застрелят, либо посадят. Смотрите, тут сидит такой типичный русский Емеля, почти на печи, курит сигарету, он такой рыжий. Бля, пиздец, тут подборка, блядь, ну, вот если ДК будет смотреть, блядь, он просто орать целое видео, нахуй, будет. Он замутит половину мемов, нахуй, своим ором. С ножками, но с сегодняшнего дня он делает татарский трэп. Поехали! Это Джарахов говорит? Похож голос. Я больше не могу терпеть игнорирование. Вот это... Мне очень нравится. Я тебе сейчас... Ну давай, нападай! Давай, нападай! Ну давай, нападай! Ну давай, нападай! Ну давай, нападай! Ну Бля, Вова словит смех, это пиздец. Было. Мы просто сидели, молчали, потому что нам не заплатила Бига, чтобы мы там участвовали. Продажа людей, торговля органами, эксплуатация животных. Я вам объясню, они так смонтировали. Суть. Бывают же такие моменты. Я вам объяснитель. Знаете, когда вот это вам объясню, короче, я тут говорю. Я вам объясню, короче, вот этот. Это зачем было вставлено, блядь? Это зачем было вставлено? Я не понял сейчас. Вот у меня желание, смотрите, либо на ставку поугадывать какую-то хуйню, либо пройти какой-нибудь тест. Что больше хотите?
Я хочу Дрейка. Это вырезано. Узбекистан. Эх! Эх! Там Тоха летит в бассейн. Я иногда забываю то, что я на... Я Вову знаю с 18 года, я с ним знаком. Или, да, по-моему, с конца 18-го. Это сколько лет? 6? Пиздос, блядь. Илью я знаю с 20-го. То есть это уже, по сути, 4, блядь. Антона тоже с 20-го. Или, подожди, или нет? А, нет, да, или нет. Короче, не... Ну, короче, пиздец уже много. Я иногда вот так вот задумываюсь, пиздец, как быстро время прошло.